Всем привет. У многих возник вопрос, как все-таки сделать из пластмассовый вот такой вот шаблончик вот для полотнища. Вот как его сделать на самом деле. Ну, я купил такой вот вазончик, такой хороший, литров на 8, наверное, точно. Вот. Ну, форма мне понравилась, он такой полукруглый. Может получиться как абажур, так и корзинка. Вот так, и если две сплести, еще что-то там побольше получится. Вот. Ну, как это сделается? Ну, можно, конечно, где-нибудь раздобыть, я так думаю, вазон, у которого есть какие-то полосы, по которым можно будет сверлиться, но я такого не нашел. Поэтому, ну, такой глянцевый мне понравился форма. Вот. Ну, и нужно запастись, может быть, маркером, поскольку маркера у меня не оказалось, то, чтобы карандаш на нем нормально рисовал, нужно верхнюю и нижнюю часть. Нужно верхнюю и нижнюю часть пройти вот таким вот образом наждачкой. Ну, испортить его, конечно. Хотя, ну, отверстиями мы его по-любому испортим. Ничего больше он как бы, наверное, и не будет пригоден. Ну вот нижнюю часть я уже там прошел. Вот. Единственное, что мне тут повезло, что в нижней части есть от литья уже, как, уже полоса довольно ровная, которую мне чертить не надо. Вот. В верхней части что еще надо? Это надо начертить полосу где-то примерно 1 сантиметр от края, для того, чтобы ну, отверстия были у нас в ряд. Это можно сделать циркулем вот таким вот образом. Когда у нас игла циркуля идет по краю, а карандаш идет у нас вот таким вот образом, можем сделать. Как видите, после шлифовки он довольно хорошо, карандаш на ней будет рисовать, поскольку он попадает как раз в эти полосы, которые вот. Еще можно использовать такой вот инструмент, но если у кого есть, конечно же, это так называемый рейсмус, куда мы можем карандаш зажать. Ну, вот так он выглядит у меня. Делал я его когда-то тоже сам. Вот, естественно, отрегулировать от края нужную нам полосу, зажать, провести уже там, где надо. Вот, ну, в хозяйстве такой вещи может и не быть, потому как делал я его из какого-то хитрого журнала. Ну, циркуль, я думаю, тут очень даже подойдет. Ну, для большей такой наглядности я еще здесь, вот в этой вот полосе, тоже проведу линию. Ну вот, линию я провел. Далее разделил уже по 12 миллиметров их. Ну, то есть отметил циркулем через 12 миллиметров линии. Сделал, где я буду непосредственно сверлить. Ну и далее можно, беру обычно шурупом, немножко делаю углубление. Вот, для того, чтобы сверло не выскакивало. Пластмасса довольно гладкая. Вот. И так далее. Вот такая вот система. Потом беру 4,5 миллиметра сверло и высверливаю это все дело. Ну, здесь уже станком не подлезешь, тут уже вручную. Вот таким вот образом высверливаю отверстие по всему диаметру. Ну вот, насверлил отверстий. Вот, дальше, значит, задача фикс, как нам сделать отверстий здесь на большем диаметре ровно столько же, сколько здесь, плюс еще, чтобы расстояние у них было одинаковое. Вот, ну, дело достаточно такое серьезное. Можно, конечно, наклеить сюда какой-нибудь строительный скотч, пробовать какую-то миллиметровую наклейку сделать сюда, это тоже можно сделать, но у меня есть вот такой вот аппарат, где на одном конце шуруп, на втором конце у меня карандаш. Вот. Действует он примерно как циркуль. Вот, то есть, с одной стороны, мы его вставляем здесь в отверстие. Вот.
И начинаем чертить вот таким вот образом. Ну, единственное, что нужно стараться его держать примерно под одним и тем же углом по отношению к нашей линии. Вот, то есть это, я думаю, сильно труда не составит, немного потренироваться только надо. Вот таким вот образом вычерчиваются наши расстояния уже в нижней части, нужного нам диаметра. Причем этих расстояний, этих вот отверстий там будет ровно столько же, сколько и в верхней части, поскольку, ну, другие линии мы тут чертить не собираемся. Вот таким вот образом можем сделать шаблон, когда у нас нет никаких разграфлений на самом, ну, в данном случае это какой-то вазон должен был быть. Я его переделал в шаблон. Вот таким вот образом довольно быстро и точно можно сделать одинаковые отверстия таких вот, ну, скажем так, сложных формах. Вот. Но единственное, что когда его чертим, стараемся его самого не сжимать, наоборот, держим его вверх. Вот таким вот образом все получается. Вот. Ну а дальше просто отмечаем, где у нас будут отверстия. Таким вот образом. И точно таким же образом их высверливаем. Должна получиться очень такая интересная форма полотна. Ну вот, в итоге получился вот такой вот шаблон. Ну еще что еще можно сделать, даже нужно немножко сделать эти отверстия не такими острыми. Вот, естественно, их тоже нужно сделать более, ну, так, чтобы они не резали ленту. Вот. Вот это нужно сделать с обоих сторон. Ну и желательно, конечно же, внутри. Таким вот. Эта штука довольно хорошо шлифует и дерево, и пластмассу, поэтому, ну, такая вот штучка, вот, для шлифовки металла. Вот. Ну, в итоге вот получается, получился вот такой вот шаблон. Вот. Ну и следующий мастер-класс, я думаю, что будет уже по нему. Что это будет, пока не знаю, поскольку можно сделать абажур, можно сделать корзинку, можно сделать, если сделать еще две части, вообще бочку сделать. Поэтому что на тот момент я придумаю, то оно и будет. Вот, ну, вот так вот, делаются эти шаблоны. Вот. Естественно, вместо вот этой вот реечки, если у кого-то есть циркуль дома большой, да, ну, практически, чтобы у него шаг был такой серьезный, вот, сантиметров тут надо ну, в данном случае на 40 примерно надо шаг, чтобы был у циркуля. Вот, в итоге получается вот так вот делаются эти шаблоны. Вот, пластмасса очень неплохо для них подходит, поскольку она абсолютно безразлична к воде. Вот, в отличие от фанерных шаблонов, которые даже в процессе плетения бывает разбухают, когда по каме ленту смачиваешь. Вот, даже хорошо залакированные, они все-таки не так хорошо держат влагу. А, ну что еще не сказал? Ну, например,
размеры этого самого вазона, это примерно вот вверх 24 сантиметра диаметром, высота его 30 сантиметров, ну и верхняя или нижняя часть, как на нее посмотреть, примерно 32 сантиметра диаметром. Вот я думаю, что в следующем мастер-классе буду плести полотнище вот на этом вот шаблоне. Вот. Процесс это будет долгий, ну поэтому всем пока, до следующего раза, в следующий раз покажу еще что-нибудь интересное.